Дорогие друзья, всем здравствуйте! Мы собираемся идти на огород. А папа бочку открывает. Владика, маленькую ты мне не открыл? Маленькую бочку не открыл? Я сейчас собираюсь идти в парник садить огурцы. Унесу сейчас туда штатив, лопатки мои маленькие, которые мне будут помогать. И сейчас покажу, какие муж мне делает грядки. У нас тут куры гуляют. И вот здесь вот муж мне раз, два, три, четыре, пять грядочек пока сделал. И куры тут сразу мне их удобряют. Удобряют капитально. И ходят по ним. Так, я иду в парник. Отнесу штатив, отнесу вот эти вот свои лопатки. И сейчас объясню, что я хочу делать в парнике. Сейчас я вам все это объясню, ребятки. Вот наш парничок. Сейчас все это положим и пойдем за огурцами. Так, это пока сюда штатив поставлю, лопатки сюда брошу. В парничке, кстати, нормально, тепло. Ладно, идем за огурцами. Сегодня будем с вами садить огурцы. Помните, которые я на рассаду садила? Я вам сейчас покажу, как я буду это делать. Там, кстати, немного проклюнулись. И сейчас с вами сделаем. Интересно, то идемте. Принесла я свою рассаду Зазули. Знаете, ребят, для чего я вот таким вот способом садила? Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, видите, они уже проросли. Таким способом они быстрее прорастают. Сейчас я буду находить вот эти вот семена проросшие и садить уже окончательно сюда в землю. Так что вот так вот многие на мной стебались. А этот способ, кстати, очень хороший. Видите, вон какие корешочки и не повреждены. Очень хороший способ. Мне, например, он нравится. Есть семена, вот, которые еще, видите, только-только проклюются, но уже проклюнулся. Видите? Фокус не ловит. Ай. Ну вот, короче говоря, во, видите? Проклюнулся. Сейчас будем с вами садить. Я пока только принесла Зазулю. Сейчас все рассажу. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Ну что, дорогие друзья, приступаем к посадке. Я делаю вдоль всего ряда один как посадочный ряд на одном уровне. Стараюсь пропускать, не сильно далеко садить, поближе. И по одному росточку нахожу, которые уже проклюнулись. Именно те, которые росточек уже дали. Я их сажу в лунку по одной штучке. И, как видите, я делаю не так уж и далеко, и вот так вот высаживаю. Мне этот способ нравится. То, что вот это мне когда-то посоветовала одна женщина, и мне очень нравится этот способ. Так мы видим, какие семена хорошие проклюнулись, а какие вообще не проклюнулись. И, кстати, очень много, которые еще даже вообще не проклюнулись. Их я оставила в земле. Посмотрим, может, что-то и взойдет. Правда, посмотрю. А если взойдут, то можно будет досадить куда-нибудь. Ну, вот я в основном садила те, которые проклевывались. И вот так весь парник я засажу огурчиками постепенно. А для перцев и помидоров муж мне отдельно парник делает. И будем туда садить. Навоз я сейчас не добавляла. Говорю почему. Потому что муж, когда копал парник, он сразу перекопал его с навозом. И потом, когда прорастет, вот эти росточки появятся два листочка хотя бы. Потом я еще сверху буду навоз подлаживать. Поэтому я, когда сажу, я навоз не ложу. Потому что муж перекопал с навозом. И потом, когда прорастет, мы это сделаем. Я только единственное, что сделаю, я полью раствором навоза. Я наложила навоз в бочку и буду потом им поливать. Будет очень, кстати, хорошо. У нас, ну, погода, конечно, сегодня прохладно вот, в день посадки. Ну, как вы знаете, у меня видео всегда с запозданием идут на день, на два, может, даже и больше. Поэтому вот так вот. Ладно, продолжаю садить, если интересно. Оставайтесь со мной. Напишите, конечно, вы как садите и какие семена огурцов вам больше нравятся. Мне будет тоже очень интересно.
Все, дорогие друзья, посадила, осталось полить. Вот по краю везде посадила зозуля, а здесь тещу посадила в два ряда, вот так вот. Так что все, сейчас скажу сынулечке, он мне польет. Ну что, дорогие друзья, начинаем продолжать посадки. Я решила посадить на грядке сейчас сразу зелень, посадила укроп, петрушку. Ну, сначала я, конечно, салат начала садить, потом решила на этих же грядках будем садить укроп, петрушку, редьку я уже посадила зимнюю, черную, потом свеклу. На этих вот грядках посажу, сейчас все сделаю. Тут, конечно, сейчас получится так, что дети пробежали, еще штатив задели, пришлось переставить. Я пока садила, Егорка ходил мне в парнике, поливал огурцы, которые я посадила. И вот потихоньку занимаемся, продолжаем грядками. Напишите, что вы еще помимо вот всей вот этой мелочевки садите, будет тоже интересно. Все, ребят, посадила первые три грядки. Так, первая грядка у меня свекла, тут салат, укроп, петрушка и редька. Третья грядка тоже посажена, там у меня это свекла тоже сидит. Сейчас помечу, что это посажено. Так вот, воткну палочку, самое то будет. В парник я еще посадила редиску. И еще немножко там на такого тоже свеклу остатки семян наделала. Там вот у меня стоят поддуны с рассадой, туда и положи. А эти две грядки еще свободно, пока еще не делала. Потом муж мне тут еще наделает грядок, надо будет еще высаживать. Ладно, пойдем домой, а то дождь идет. Дорогие друзья, мне пришла посылка с сайта Мадимио, видите, и там очень интересный журнал, который дети ждут, когда я его распакую. Сейчас я его, сейчас коробку, короче говоря, открою и покажу. Так, открываем коробочку, ну тут это сайт Мадимио, то, что мне пришло. Картоночка, бумажечки убираем. И как думаете, что там? Там, ребята, журнал, на который меня согласились, уговорили дети подписаться. Это вот такой журнал «Жуки и пауки». У меня дети такое любят. Сайт Мадимио выпускает. Это первый выпуск журнала. И ссылочку я обязательно на этот сайт оставлю в описании, вы можете там подписаться. А также можно такие журналы, насколько я знаю, заказать на Озоне и на Валберес. Так что вот так вот сейчас мы с вами распакуем его беспощадно. Тут коробочка в комплекте идет уже с жучком. Сейчас мы вам все покажем. Ребятки, у меня очень просят маму, ну распакуй ты уже его, пожалуйста. Вот такой, ребята, первый жучок. Очень уж красивый он. Он так приблескивает. Во втором, кстати, насколько я знаю, выпуске будет специальный органайзер для вот этих вот жучков. Но мы сейчас с вами попробуем его открыть. Или пока нет. Егорка не хочет повредить его, поэтому мы пока, наверное, распаковывать не будем. Жучок пока так будет. Ну вот он там так переблескивает. И вот такой журнальчик. В журнал вложено картоночка, чтобы сам журнал не помялся. И давайте посмотрим. Бронзовка золотистая. Вот она, видите, вот эта вот бронзовка золотистая. И про нее сам журнал. Крупным планом на устранение бронзовки. Образ жизни, русские родственники. Очень красивый. Такая плотная, ребята, бумага. И здесь очень яркие, красивые картинки. Бронзовка золотистая. Тишину ясно услышит солнце. Так, тип. Членистоногие. Подтип. Класс, отряд, семейство. Все это тут вообще есть. Это очень интересно. Как они размножаются, как они растут, откуда они появляются, как,
какой стране они живут, это здесь, ребята, все рассказано и показано. Летучий жук, бронзовка. Вот такой вот красивый жучок. И вот, смотрите, описание. Очень, кстати, интересное описание. И вот так вот. Очень, даже вот, видите, со стороны пузика показывается. Очень интересно. Очень яркие, кстати, картинки. Посмотрите, какие яркие. И плотная бумага. Вот очень плотная бумага. Хорошая, мне нравится. Тут показана степень рождения и роста паучка. От рождения до 2 недель. 2 недели. И вот от 2 до 12 недель. Это вот получается. Видите? Очень интересно. Хрум-хрум, с таким звуком личинка поедает найденную в компосте пищу. Ого! Над крылья золотой бронзовки переливаются на солнышке. Но это мы уже заметили. Даже вот так вот в коробочке она очень красиво переливается, ребят. Ну, очень красивый жучок. Ой, какой же интересный. Там серия вообще будут разные жуки, поэтому, если интересно, то обязательно подпишитесь на этот журнал. Все оставлю в описании, ссылочки все оставлю, поэтому проходите, ребята, и смотрите. Наши маленькие соседи, 33 бронзовки. Смотрите, какие интересные жучки, паучки всякие. Мне дети попросили, я им взяла. Они у меня любят вот такие вот всякие журнальчики. Особенно сериями. Смотрите, какая красота, ребят. Смотрите, какие четкие рисунки. Летаем по ночам, а днем спим. Это про мышонок. Летучая лисица. Муха-цикатуха. Высший пилотаж. Грациозный гигант. Вместе крыльев, ребра, змея летучая, видите? И вот так вот. Видите, тут даже всякие опыты. А здесь можно это раскрасить. Видите, тремя цветами даже детям можно раскрасить. Пройти лабиринт. Помогите найти безопасный путь. Что вы узнали? Все вот это вот есть. Следующий, второй выпуск будет вот такой. Тоже с таким паучком. Пицилокорис широкий называется. Дорогие друзья, так что проходите на сайт Модимио. Ссылочку оставлю в описании. Подписывайтесь. Также вы сможете найти на сайте Озон и Валберис эту серию журнала. Если интересно, всем желаю хороших заказов. Заказывайте, обязательно подписывайтесь на серию. Это будет очень интересно и красиво. Смотрите, как там прям такой красавец. Я прям налюбоваться на него не могу. Вчера у меня ребенок через пакетик смотрел. Говорит, мам, как блестит. Я говорю, ну да. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот журнал. Интересно, вышел у фирмы. Проходите по ссылочке в описании и заказывайте.